Ертек том гетури. Гмнен нынне еннев. Мурген вечхав мотен лё, оравитлен чевиптит. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Жанна. Тема нашего сегодняшнего разговора – части человека. Оравитль ан, человек. Хевыт, голова. Кырвир, волосы. Ышпыт, щеки. Якак, нос. Рыннет, зубы. Висут, уши. Ихиль, язык. Сисет, глаза. Итын, шея. Рихпыт, плечи. Мынгыт, руки. Рыхгыт, пальцы. Нанкн, живот. Понте, печень. Хинхин, сердце. Гытошкыл, ребро. Гыткат, ноги. Кыпашом тэшгыткы, энко кыкешгыткы вечхавты. Послушайте и запишите слова. Оравитляка варкыт хевыт. Оравитлян варкын хевыт. У человека есть голова. Чама нирек висут. Еще два уха. Чама нирек сисет. Два глаза. Ыннан якак. Один нос. Ыннан якыргын. Один рот. Чама ихиль. Инко рынным рель. Чама ихиль. Инко рынным рель. Еще язык и зубы. Нирек мынгыт. Две руки. Нирек гыткат. Две ноги. Мынгыткен рыльхыт. 10 пальцев. Хевтык варкын кирвер. На голове растут волосы. Кирвер уэхен. Волосы черные. Неменкен нанкен. Большой живот. Мы тыплетку намешав качваркен и так. Мы закончили. Всего доброго.